トトト。Когда-то мирный процветающий город нынче находится в грязных руках авторитарного мэра. Избранный за расплывчатые обещания о снижении налогов и бесплатном пиве, он сразу после вступления в должность показал свое истинное лицо. Первыми двумя указами мэра стало повышение налогов и единоразовая конфискация всех алкогольных напитков. Он заявил, что конфискация нужна лишь для того, чтобы закатить самую охранительную вечеринку в истории для своих избирателей. А на деле на вечеринке была одна кега пива и пачка чипсов. Вечеринка была отвратная. Деньги и выпивку он использовал для создания частной армии, которая с радостью выполняет все его поручения. Довольно быстро в городе воцарился хаос, но надежда еще есть. Секретная организация, известная как «Сопротивление», старается дать отпор тирании мэра. Здесь начинается твоя история. Твое время пришло. Добро пожаловать в... Streets of Rogue. Ну что, хочешь сопротивление, а? Так, Окей. Так, всем привет, с вами Ворм, это игра Streets of Rogue. Не думал, что здесь будет прям сразу играть. Может быть, она еще не началась, на самом деле, фиг его знает. Посмотрим. Что ж, игрушка идет как раз по теме того, что я что-то подсел на рогалайки, она как раз идет как раз рогалайком типичным, обычным. Вот. Как я понял, ей занимается всего несколько человек. Она, ну, инди-игрушка, находится еще в альфе, судя по всему. Ну и давайте просто на него глянем, посмотрим, что тут у нас происходит. Это обучение у нас сейчас идет. Окей, я понял. Итак, мы продолжаем. Хочешь сопротивление, а? Лидер сопротивления спрашивает у нас. А мы, видимо, в какой-то тюрьме сидим. Окей. Что ж, тебе нужно понять, у нас очень высокие стандарты. Я бы приободрил тебя, но сомневаюсь, что у тебя что-то получится. Первое твое задание — передвигаться. Используй ВСД, чтобы двигаться. Ну окей. Игрок-бомж. А, ну ни хрена себе, у тебя получилось. А ну-ка откроем эту дверь, нажав кнопку действия на Е. Глазам своим не верю, ты уже добрался туда, куда никто не доходил. Давно уже, там в сундуке подарок для тебя. Ну, разберешься, что нужно сделать. Нажать на Е. Отмычка. Можно вскрыть любой замок, только не думай, что хозяева будут смотреть на это сквозь пальцы. Взять все. Вау, боже мой, но как? Как? У тебя вообще не должно было шансов понять, что нужно сделать с этой штукой. Используй отмычку. Божечки, божечки, божечки! Чё? Лидер сопротивления... Чё? Лидер сопротивления. О, нет. Он взорвался. Ни с того, ни с сего. Прости, что тебе пришлось это увидеть. С другой стороны, ты, наверное, все правильно делаешь, раз уж он так возбудился. У него проблемы с нервами были. А, ладно, что толку горевать. Я теперь вместо него. Телепортирую тебе немного деньжат. Купи на них средства для взлома у нашего штатного лавочника. Блин, слушайте, мне она уже нравится. Она офигенная же. Она выглядит как типичная, короче, РПГшка старинная. Классическая. Да черт! Вы посмотрите только на эти кулаки. Она, блин, офигенно стильно выглядит. Блин, вот... Чистый с финалки какой-нибудь пятый взяли, вот, графику. Эй, хорош! Сорян, я не хотел. Лавочник. Присмотрел что-нибудь? Купить в магазине. Средство для взлома. И банан. Незаметный источник калия. И скобрезных шуточек. Бонус 10 хп. Спасибо, средство для взлома. Одноразовый гаджет, который действительно может взломать любой компьютер. Спасибо. Окей, окей. Открой свой интернет, нажав Q, потом щелкни правой кнопкой мыши посредством взлома, чтобы выбрать его, и кликни левой кнопкой мыши по компьютеру. Хакнуть. Блин, это класс вообще. Прочитать электронную почту.
Это было бы очень невежливо. Открыть запертые двери. Так. Я это сделал. Классно, блин, мне нравится. Черт. У меня для тебя тестовое задание, чтобы узнать, что у нас сайт, нажми Tab. Уничтожить генератор. Награда не найдена. Основная миссия скоро. Генератор? Это телевизор. А где генератор? Что такое? Что пробежал? А, пробежал посмотреть, типа, что такое? Ну, Tab. Уничтожение генератора. А, вот мы здесь указаны, а вот здесь генератор сам находится. То есть там налево, сейчас и наверх. Окей. Кто-то охраняет здание за этим забором, чтобы побольше знать о нем, держи Space. А, лидер сопротивления? Что? А, это он. Вышибала враждебный. Враждебный, похоже, он не будет рад тебе. Кстати, если что-то имя написано желтым, значит, это означает, что человек хозяин. Я тебе портирую тебе проход сквозь стену. Попробую использовать его с помощью панели действий. Нажми клавишу цифры, соответственно, номеру слота. Один. Ну почти, держи еще один. А, типа... Ну почти, держи еще один. Ага. Обычно красная дверь означает, что люди внутри будут тебе не рады. В дверь не входить. Познакомься, это наш штатный вышибала. Он сыграет роль плохого парня. Он получил инструкции не бить тебя, что бы ни происходило. Привет, приятно познакомиться. Лобранец, дай ему как следует, он большой выдержит. Ау, простите, я не соглашался на такое. Когда ты подписывал бумаги о вступлении в сопротивление, в пункте 7b было написано, что члены сопротивления обязаны терпеть любое нелогичное, опасное и или садистское поведение лидеров. Ну, я бы прочитал внимательно все, но это было бы просто невозможно, если честно. Неужели, правда, надо было писать весь документ шрифтом Брайля? Да, это часть программы по обеспечению равных прав для всех. Короче, у вас нет никаких прав разрешать кому-то, парню с улицы, стрелять в меня в рамках, как это, вводного курса? Мы можем делать все, что захотим, мы главное. Это такая же авторитарная хрень, что и у мэра. Но хватит уже ныть, все будет окей. Мы же выдали тебе каску, забыл? И то верно. Ты можешь ударить прекрасного качка щелком левой кнопкой мыши в его направлении. Возьми это оружие, дай ему как следует. Да ладно! Возьми же аккумулятор, покрути инвентарь до него с помощью колесика мыши. Используй мышку, чтобы прицелиться и выстрелить. Ему потребуется несколько дротиков. Это угарная игра, черт не могу, она офигенная. Ах, спит как младенец. К слову, видишь голубую полоску вверху экрана? За некоторые действия убийства взлом злаков, например, ты получаешь опыт. Ага. Что это? Ключ базы сопротивления. Блин, игрушка огонь просто, я не могу, она уже классная. Просто уже меня прет. А, стой. Используй ключ. Теперь пойди прямо через этот классный сенсор. Это абсолютно безопасно. Ихихихихи. Пошел ты в жопу, слышь? Ох, ё-моё. Прости, не удержался, это всегда так весело. Ты в порядке? Нас, я же чизбургер с беконом. Ты можешь быстро использовать черный привет, нажимая на F. Ага. Теперь ты можешь безопасно пробираться. Какой урок нужно взять, что произошло? А вот типа, так ты сможешь пробираться с лазером безопасно, используя как любое другое оружие. Камень. То есть мы просто кидаем камень, я так понимаю, да? Я тебе выдам специальное умение, которым ты сможешь открыть дверь. Нажми правую кнопку мыши, чтобы использовать его. Ахаха, я дал тебе способность обильные блёзы. Не очень-то полезная способность, а? Посмотри, она на экране сократилась, нажми R. Обильный слезы, ты пытаешься как маленький ребенок, никакой пользы, одно унижение. Ладно, если серьезно, вот ключ. Упс. Я случайно телепортировал его в лифт, который привез тебя сюда. Открой экран с миссиями, нажав Tab, поэтому нажми на значок лифта, чтобы телепортироваться к нему. Выход. Я не могу ее открыть, говорит. Ага. Как только подберешь ключ, сможешь воспользоваться быстрый телепорт, нажав левый Ctrl. В обычных условиях тебя телепортируют в значимые места. Оп ты. Чтобы закончить задание, уничтожь этот генератор. Ладно. Дебита. Во.
Задание выполнено. Ахахаха! О, это, наверное, было больно. Умора, правда же? Ладно, прости за все это. У тебя круто получается. За время обучения погиб всего один человек. Это новый рекорд. Ты можешь присоединиться к сопротивлению. Поздравляю. Поговори с доктором после вступления. Подумаем, что... подумаем, может, стоит выдать тебе еще один чизбургер. Иди в лифт, направляйся к нам на базу. Игра огонь. Блин, я не могу. Классно. Толчок. А, вали отсюда. Лидеры сопротивления тоже? Они все лидеры сопротивления. Что за фигня? Как непрофессионально. Позволь сказать тебе пару слов, прежде чем мы отправим тебя на само самостоятельное задание по убийству мэра. Первое. Ты в городе недавно, поэтому не знаешь, но город состоит из слоев, как лазанья. Сначала трущоба, потом завод, потом крытый парк, деловой центр и пригороды. Единственный способ добраться с одного уровня на другой — лифты. Второе. Помимо первостепенного задания, ты должен помочь нам и с другими делами. Они будут подсвечиваться на карте, как, например, генератор, который ты взорвал. Чтобы перейти на другой этаж, нужно выполнить задания, все задания на текущем. Третье. Лидеры сопротивления, такие же, как я, будут помогать тебе, посылая к тебе награду за выполнение заданий. Но это все, чем мы тебе можем помочь. Мы не люди действия. Мы все больше над идеологией размышляем. К примеру, отправить тебя на это задание — моя идея. Поэтому постарайся, пожалуйста. Меня могут повысить, если все получится. Четвертое. Как ты уже знаешь, мэр запретил куриные наггетсы, поскольку однажды у него заболел от них живот. С тех пор куриные наггетсы стали редким и очень ценным товаром. Если ты найдешь несколько наггетсов, мы можем дать тебе за них и полезные... Что, блин, что за бред? Ученые, воры, солдаты расскажут тебе о наггетсах поподробнее. Если ты хочешь сразу попасть в город, лифт на севере от тебя. Удачи тебе, юный разбойник. О, кстати, не заходи в женский туалет. Ты так позоришь сопротивление. Ну и себя. Я там уже был. Сорян. А, дверь закрыта. Не могу открыть. Окей. Драться тут я тоже не могу. Холодильник. Открыть я его тоже не могу. Окей. Печка. Стул. Стул могу сесть? Сесть не могу. Так, ну шифта тут никакого нету, как я понимаю. Дверь закрыта. Это типа тюрьмы, наверное. Блин, ну выглядит классно. Совместная игра. Это кооператив, если играть, да? Бандит невалидная. Переключиться в режим для двух и больше игроков. Я скажу, чтобы тебе соединились люди, я могу помочь. Это мы пока смотреть не будем. Аркадная игра какая-то есть. Что за аркадная игра? Ничего нету. Окей, ладно. А, ну это типа главное меню получается у нас. Я понял. Особенности, мутаторы, какие-то награды. Да-да-да, это главное меню. Чизбургер с беконом? Прости, я съел последнее время длительной операции. Я знаю твое тело лучше тебя самого. Странно прозвучало, да? Так, денег у нас нету. Это наггетсы, что ли? Эти особенности будут появляться, когда ты будешь получать новый уровень или пройдешь этаж. Ага. GPS, быстрый удар, окей. Мутаторы, обучение, обвес. Мутаторы. Я могу хакнуть всю эту игру, я настолько крут. Мутаторы. Выбери мутатор, да что там? Выбери два. А-а-а, даже так? Ага. Угу. Можно, то есть, настраивать еще игру параллельно. Странный лифт. Лифт, обучение, мусорный бак. А можно где-нибудь настроить своего персонажа там, типа? Награда обвес. Обвес. У меня есть для тебя пара прибамбасов. Дробовик, детонатор, прочее. Награды. Мне удалось экспортировать пару вещей для нужд сопротивления. Угу. Ну, пойдемте начнем тогда саму игру. Ладно, лифт. Во. Кем ты хочешь быть сегодня? Классно, можно создать персонажа, реально. Обожаю кастомизацию. Так, начиная с самых низов, бомж готов любой ценой добиваться успеха и устраивать свою жизнь, не оглядываясь на мораль. Избить и ограбить случайно прохожего? Запросто. Покопаться в мусорном баке в поисках недоеденного чизбургера? Легко. Истинное воплощение американской мечты. Основная миссия скоро, пока еще не добавлено характеристики. Выносливость 2, сила 1, точность 2, скорость 2. Особенность. Отменная успеваемость. Ты получаешь много дополнительного опыта. Талантливый ученик. При получении нового уровня... А это я врубил, что ли, случайно? Может быть, нет, фиг его знает. При получении нового уровня у тебя больший набор шанс не проиграть, начиная с второго уровня. Вместе с уровнем ты получаешь плюс 1 случайных характеристик. Окей.
Бомж, солдат, бандит, вор, хакер, доктор, лавочник. Щелкни, чтобы открыть требования. А, это описание было каждого персонажа, я так понимаю, да? А требования вот, потратить 1500 баксов и так далее. Окей. Так, Сал с радостью сражался бы за город, к сожалению, сейчас нигде нет ни одной войны, бла-бла-бла. Так, бандит. Поселить бы от невалидных, увидев, как кровавые, кровяные, жестоко убивает его мать, нет. Вор. Пожалуй, худший вор в истории одевается, как типичный грабитель из анекдотов, это просто смешно, почему-то замерли, бла-бла-бла. Хакер. Его мечта хакнуть всю планету, но вообще он уже смирился, что придется ограничиться в этой камере родителей. Ну какой хакер, если он хочет чего-то освоить, стремится ломать систему? Он присоединился к капитулянию, не задумываясь, в конце концов, общество его давно отвергло, а еще он даже не задумывается о душе и питается исключительно читос, ходячий стереотип. Давайте за хакера поиграем. Ой, я его выбрал, что ли? В итоге. Блин, я хотел отредактировать, ну ладно. Давайте за классику поиграем. Так, уровень первый, да, поехали. То есть быстро сразу обучение для тех, кто не проходил его. Грамма Йети, говорят, поймать Йети, разбить его, кабинет, внутри будет настоящее сокровище. Бомба замедленного действия. Так, знак. Добро пожаловать в город, тут все еще строится, но уже можно отменно повеселиться. Стрелка на мини-карте показывает тебе, где ты можешь найти задание. Окей. Карта на тап у нас. Наркоторговец. Офисный планктон. Сейф какой-то наркоторговец. Окей, пойдем. А, привет. Купить в магазине. У меня денег нет. У него там какой-то сейф. Ой. Тебе показалось, чувак. Не пались. Хо-хо-хо-хо. Тут можно прям буйст устроить, да, как в этом Hotline Miami, я так понимаю. Эй, хорош. Он меня спалил, типа? Было бы круто, если бы у нас в банте все были бы... все решалось танцами. Так, можно нанимать игроков, бармен в магазине. Пивасики всякие. Так, ладно, пойдемте сразу по квесту, не будем тянуть время тогда. Нейтрализовать наркоторговца. Добыть предмет. Что значит добыть предмет? А, это он даст задание такое, типа? Стой. Скоро день. Башек. А, нет, это нужно сделать задание, получается. А, это нам уже даны задания, и нам нужно что-то сделать. А я могу? Правая кнопка — это хакнуть. В любом случае, я так понимаю, да? Так. Открыть запертые двери. Открыт персонаж Горилла. Прочитать окно на почту — это невежливо. А что это было вообще? Вышибало какое-то враждебное. Горилла нас спасти. Убийство невиновных. Так, чизбургер взяли. Окей. С беконом ученый. Ничего не берется. Что это? Баксы, деньги. Горилла. Не знаю, что за горилла, короче. Клонировать предмет. Репликатор, смотри-ка. Не хватает денег. А, понятно. Это стоит денег все. Ладно, ладно. Так, как его ограбить, мне интересно. Я могу там воровать или что-то типа того делать там. Технарь может делать. Отдача увеличена. Так, давайте я его поугрожаю ему. Никто не смеет мне угрожать, говорит нам он. Так, добыли предмет. Задание выполнено, награда free. Ваучер на бесплатный предмет. Чизбургер, вся фигня. Окей. Блин, если тут рандомные будут квесты еще, это будет мультиплеером, то это будет вообще жесть, чтобы просто оттвориться, скорее всего. Банан какой-то. Постучай. Надо нейтрализовать этого чувака. Я могу хакнуть телек, например? Хакую реально, смотри.
Увеличить громкость. Он меня спалил, сука. Так, сожрали чизбургера, хп восстановили. На, ха-ха-ха, замедло. Вернуть детонатор. Этаж зачищен, лифт открыт. Окей. Блин, пока непонятно, что-то происходит, а что-то такая дичь вообще. Странная, стрёмная. Но это весело. Работорговцы, смотри. С оружием. Надо их убить, забрать оружие. Так, я могу там двери хакнуть, что-нибудь потому. Нет? Система очистки воздуха. Так, я могу сделать что-нибудь типа... Так, как... А, это я бекон сожрал. Банан восстанавливает нам хп, деньги. Ну, это зараза, помежи эту штуку на запертую дверь, а потом как-нибудь ее потревожишь, бабах, большой взрыв, который уничтожит даже остальную дверь. Ага. Я могу, блин, как эту штуку нацепить-то? Шилд, щелчок, просбросить. Блин, как его прицепить-то, ну? А просто отвлекает, так понимаю, да? Так, еще раз, R, E, Q. В любом магазине работает ватчер. А только на запертой двери работает, правильно понял? Ох, нифига не рубит. Ой, меня убили. Ха-ха! Ни хрена он, блин, взрывается, ты погляди. О-о-о! Блин, офигеть, тут если по стелсу идти, то это вообще прям будет классно. Так, выбор персонажа я хотел настроить. Вот, во-первых, горилла нам теперь доступна. Зарюгу вывели в экспериментальной лаборатории. Так, просто хочу посмотреть, что тут можно нам с кастомом сделать. Так, во-первых, цвет волос какой-нибудь вот такой обычный. Челкарь. Такой хипстер. Панк. Не, это БТ височный какой-нибудь такой вот тогда. Вот такой, короче, такой причесон у меня должен быть. Цвет волос я выбрал, волосы на лице должны быть обязательно. Моя бородка, где она? Ну, типа вот это пускай будет. И цвет кожи. А, шмотки мы выбрать не можем никакие. Шмотки от этого уже зависят, я так понимаю. Окей, ладно, такой буду, чувак. Давайте попробуем еще раз. Создание этажа 1-1. Совет от профи. Сначала спланироваться, не ситуация, а потом... Трущоб 1. Поехали. Все то же самое. Понятно, горилла опять здесь сидит. Так, система очистки воздуха. Мне туда ничего не поместить. Мусорный бак. Мусорный бак есть отмычка забрать. Так, компьютер можно взломать, в принципе. Открыть запертые двери. Готово. Он меня спалил, что ли? Все, он меня потерял, да? А, так, система так... А, блин, опять его хакать надо заново, да, получается? Пустить газ. Готово. А что он меня спалил-то, я не пойму. Блин, он не теряет меня, сука. Я спрятался. Все, потерял. Отлично. Так, нейтрализовать нужно бомжа. Так, это можно сделать, взорвав телек, по идее, да? Как не так, чтобы меня не спалили, мне интересно. Сейчас будет убийство невиновных, короче. О! Он еще живой, смотри.
Награда выполнена. Деньги 65. Доктор. Еще доктор. Горилла. О-о-о-а-а. Так, 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 это что такое? Репликатор клонил предмет, клонил себя. Тан-тан-тан. Здрасте. Босс говорит, что я звезда, жизнеутверждающий хэштег. Так, что у нас там за второе задание? Добыть предмет. Ага. Наркоторговец сундук. Больше жрачки никого нету. Окей. Ай-яй. Привет. Головорез враждебный, ёй. Ха-ха, лошара. Так, что бы тут можно было бы сделать? Камера слежения. Турель. А дерьмо. Ой, зажали, суки, зажали. Теряйте меня, падла. Наркологи чёрта. В смысле отмена? Атаковать всех. Нет, атаковать владельцев. Почему отмена-то? Почему отменяется-то, я не пойму. Далеко, может быть, нахожусь слишком? Реагировать на владельцев. Почему она не... Во! Отлично. Супер. Так, бандит лежит, там какой-то генератор стоит. Пахнуть его нельзя. Так, пойдемте тогда... ну, добудем предмет. Я с эффектом бешенства. Критический день. Награда этажный лифт открыт. Что в сундуке? Деньги. Новый уровень плюс 3 куриных наггетсов нам доступно. Компьютер. Открыть двери с ловушками, отключить систему безопасности. Ой. Это было больно. Блин, нечем мне захилить себя, ну да ладно. Критический день не имеет ничего общего с физиологией, просто шанс крита повышен на 100%. До 100%, мне кажется. Постоянный крит. А, на 30 секунд, понятно. Ой. Блин, ваучер жалко, теперь нет бесплатного. Так, выход наверху у нас там. Тут при этом, смотри, еще побочные какие-то есть. Такие задания, которые там можно всех побивать, достать что-то еще. Давайте посмотрим, что там выше. Текущий этаж всего, окей, продолжить. Так. И-ха! Ты получаешь новый уровень, выбери новую особенность для своего персонажа. GPS. Карта полностью заполнена в начале каждого уровня. Справочник лекарств сразу же показывает все содержимое всех спецов. Атака в ближнем бою при нападении сзади носит дополнительный двойной урон. Или 10 урон, если ты используешь камуфляж. Это мне нравится больше. Совет от профи. Используемые предметы автоматически помещаются на панель действий. Трущобы 2, поехали. Неписанное правило. Если мы этого не видели, ничего не было. Преступление необходимо совершать у всех на глазах. Если это вне нашей юрисдикции, мы этим не занимаемся. Драться нельзя, если только ты не защищаешь свое имущество. Вламываться в дома нельзя. Обламывать грабителей можно. Грабителей можно. Воровать нельзя. Взламывать, отравлять и вредить... вообще вредить нельзя. Наказание за любой проступок — смерть. Уничтожить генератор нужно. Система очистки воздуха. Вставить предмет... Яд с эффектом бешенства сигареты. Так, ну давайте-ка попробуем эту штуку сделать.
щик. Внутри воздух отравлен. Ага, у них бешенство всех, смотри. Ага, слушай, меня со всеми сложно подкупить, только тихо. Играть в автомат, давай 5 баксов сыграем. Выиграл! Так. Блин, интересно, на самом деле, очень. Так, это что? М, лавочник. Блин, игрушка, огонь, просто вот я отвечаю. Задание. А, награда, нейтрализация не обязательная. 5 наггетсов даст за убийство наркоторговца. Окей. Так, а что ты еще у нас продаешь? Топорик, смотри. Для опроса, не хотите ли вы умереть? Подходит. И трусы на защиту урона еще получается, да? Спасибо. Вот это да. Теперь с топорцом ходим, с топорцом. Так, что у нас здесь? Нейтрализовать нужно наркоторговца. Но это, в принципе, легко. Мы сейчас это сделаем просто вот так. Он сдохнет без каких-либо проблем. Головорезы. Бандиты кровяные. Ну-ка. У меня аж провисло все. Глушители награду получили. Хо-хо-хо-хо. Не, ну я не пойман, поэтому что. Ой, они теперь все против меня, да, получается? Ну ладно, я пойду по своим делам пока. Почему бы и нет? Игра огонь, просто, блин, я не могу, она шикарная. Нейтрализовать наркоторговца еще теперь. Ну, так же сделаем, почему нет-то. Меня кто не видит пока, да? А, нет, люди увидели. Черт. Упс. Кто-то меня спалил, походу. Бейсбольная бита. Валим! Так, ну и последнее задание у нас — это уничтожить генератор. Сейчас идет коп. Такая же фигня, короче. А чё тупит-то, чё ждать? ХП мало, блин. Это плохо. Задание выполнено. Отлично. Блин, игрушка просто, Лёга, супер. При этом это все было по стелсу, это прикиньте, я ничего не сделал, никто меня не спалил вообще. По факту-то. Задание. Завершить. Отлично, 5 наггетсов получили. Так, что тебе можно купить теперь? У меня деньги есть. Кухонный комбайн, аптечка, любой предмет в пищу. Банан, трусы. Давай трусы куплю. Низкое сопротивление урону. Спасибо, пожалуйста. Так, а там что-то у него лежит, смотри-ка, давай-ка. Пистолет, 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 это вообще классно. Где пистолет? Мужик, порядка, нет? О, сундук. Так, а почему я не могу... патронов нету, я понял. Ну что, можно уходить с этого уровня, хотя там еще какой-то фиолетовый остался, да? Поиск, тихо. Поиск... О, награда дробовик дадут, смотри-ка. Блин, я дойду до конца. Блин, я не хочу завершать раны еще. Я хочу, блин, поиграть еще мне. Добыть предмет у бармена. А, привет. Подкупить предметом, подкупить за 70 баксов, купить в магазине, угрожать. А могу вам продать что-нибудь? Типа вот так вот, на. Нет, не могу. А, давай я его подкуплю предметом. Мне нужен... хлам не нужен, беру только хороший. Так, если я ему буду угрожать. Забирай, только не бей меня. Отлично! Этаж зачистен, лифт открыт. Супер! Я теперь с дробачом! Блин, лифт похож не на лифт, а на какую-то каску. Открыт персонаж Качок.
Наверное, за то, что запугали. Окей. Получаешь новый уровень, выбери страшный сон любой стены. Проще прибивать стены людьми. Что? Стены людьми? Навык переговорщика, снижены цены магазина, кровавое месиво, всех его убиваешь, разрывает на кусочки. Давайте стены будем пробивать, я не знаю. Если есть какие-то предложения или просто хочешь наорать на меня, воспользуйся формой для отзыва в главном меню. Ага. Музон пошел такой вообще. Тун-тун. За тобой гоняется робот-убийца? Что? Это типа босс? Воу! Ай! Я его не пробью так, не-не-не. Вот это жесть! Так, ладно, его мы не убьем. Надо сделать задание. Черт! Постучать в окно можно. Добыть предмет надо у этого чувака. Так-так-так. А что за мудак меня убил, сейчас я не понял. Ну, ладно, херсно. Это жесть вообще, я не могу, игрушка просто супер. Она шикарная просто, она великолепная. Это красава вообще, блин, да, буду ее дальше в летсплее кидать, короче, там отдельный плейлист сделал, не знаю. В общем, продолжим уже в следующий раз, всем, кому понравилось. О, кстати, у нас горилла теперь где находится. Всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты, советуйте, во что можно поиграть. Буду ждать, всем удачи, всем пока.